Глубоко уважаемый Владимир Максимович, Андрей Владимирович, ну, как вы понимаете, уважаемые коллеги, у меня задача не из простых, да, потому что я попал, так сказать, в ту часть сегодняшнего заседания, где выступают, ну, так скажем, как раз представители разработчиков и поставщиков тех инструментов, которыми мы работаем, которыми мы обследуем пациентов и, так сказать, вот, используем их в нашей практической деятельности. Поэтому мне, конечно, сложно со всех сторон, потому что вопрос контрастирования не только при МРТ, а вообще лучевой диагностики – это настолько, так сказать, широкий и объемный вопрос, что в одно 20-минутное сообщение сложно вместить. Поэтому я постараюсь, пользуясь терминологией Андрея Владимировича, все-таки создать некую провокацию, да, чтобы, ну, так сказать, запустить мыслительный процесс у присутствующих, особенно это касается будущих рентгенологов, ну и на самом деле всех, кто здесь присутствует, тоже, в общем-то, постараюсь вовлечь в эту дискуссию. К сожалению, Татьяна Николаевна ушла, но, может быть, Владимир Максимович вспомнит, 10 лет назад, 11 лет назад уже, была небольшая конференция, касалась она опорно-двигательного аппарата. И там, делая доклад по МРТ плечевого сустава, то есть не относится сюда, вот я, готовясь к нему, мне в голову пришла такая пирамидальная структура, которую я теперь использую практически во всех своих лекциях, которые касаются возможностей тех или иных методов лучевой диагностики, вот, в распознавании различных заболеваний и так далее. То есть мы с вами рентгенологи, мы понимаем с вами, что наша специальность, наверное, одна из самых быстро развивающихся во всех отношениях, в том числе и в технологическом. Но какие бы новые технологии или новые возможности ни появлялись, прежде чем они дойдут до нашего с вами осознания своей какой-то более или менее эффективности в диагностике тех или иных заболеваний, они проходят определенные этапы. Да? Этапы технологические становления, развития этой технологии. Этапы осознания нами, то есть специалистами, которые пользуются этими технологиями для диагностики. И вот в этой пирамиде я постарался эти этапы, собственно, батарейка, наверное, действительно села, эти этапы построить в виде такой пирамиды, где основу, то есть подножие пирамиды составляет именно как раз технический вклад той или иной методики, нового метода или технологии внутри одного метода, технологический вклад, анализ которого должен помочь нам ответить на вопрос, позволяет ли методика или метод получать анатомически точные изображения. Потому что наша с вами специальность все-таки в большей степени морфологическая. Мы с вами оцениваем анатомию, сравниваем нормальную с патологической, и на этом основании делаем заключение о наличии патологического процесса. Следующий уровень развития или движения на пути развития техническом или технологическом ответ на вопрос, позволяют ли получаемые изображения ставить диагноз, то есть разграничивать норму и патологию. Да? Следующий уровень, еще более высокий, может ли данный метод вытеснять другие методы из плана обследования пациента, из алгоритма. И два самых высших уровня, это первое, влияние на тактику лечения и, ну, в общем, на состояние здоровья человека, популяции, человечества и так далее. И вот, если рассуждать все методы лучевой диагностики, так сказать, посмотреть, смотрите, да, вспомните, как развивался рентгенологический метод. 8 ноября 1895 года официальное объявление открытия X-лучей, доклад на конференции Вильгельмом Конрадом Рентгеном, и на следующий же год по всему миру появляются рентгенодиагностические кабинеты. То есть метод, фактически объявленный в ноябре 1895 года, на следующий год практически перескочил на четвертый уровень, поскольку с помощью этого метода начали выявляться те патологические изменения, которые до его появления, ну, не были доступны, так сказать, визуальному или там какому-то взгляду до того, как пациент, допустим, сделает операцию или он умрет, в конце концов.
Следующий метод лучевой диагностики. Ждали, ну, практически сколько получается, от момента открытия рентгеновских лучей до появления компьютерного томографа прошло 80 лет практически, почти, да, 80 лет. И вот, что касается сегодняшней темы, магнитно-резонансная томография. Я немножечко все-таки в историю углублюсь, потому что это тоже имеет какое-то значение. Да? Посмотрите. Первое сообщение и, в общем-то, открытие явления ядерного магнитного резонанса произошло в 40-е годы. Шла Вторая мировая война, но ученые работали. И, в общем-то, это явление, физическое явление было открыто. Но до того, как впервые были получены изображения, основанные на ядерном магнитном резонансе, прошло почти 30 лет. Дальше. Этого мало. Да? Только в 1974 году был получен первый патент на устройство и методику получения изображений. Первый аппарат был создан в 1977 году. И дальше. До 2003 года мы все с вами, и разработчики, и весь мир, в общем-то, убеждались в том, что данный метод, появившийся новое исследование, сколько получается, опять же, еще 30 лет, имеет право не просто на существование, а имеет какое-то большое или небольшое значение в медицине. Это было закреплено в 2003 году Нобелевской премией по физиологии и медицине за внедрение в клиническую практику метода магнитно-резонансной томографии. Да? Но дальше, это все, это путь какой? Доказательство технической, технологической составляющей нового метода. Да? Позволяет ли он, в принципе, в общем-то, скажем так, получать нужную нам информацию, нужное нам изображение. Дальше. С конца 70-х годов уже разрабатывалась концепция влияния ионов парамагнитных веществ на время релаксации протонов в исследуемых при МРТ тканях. В 82-м году были проведены первые экспериментальные исследования о возможном использовании ионов различных металлов и неметаллов в качестве агентов для контраста на МРТ. В 83-м году только начались клинические испытания первого контрастного препарата на основе гадолиния, который в 1988 году был введен в клиническую практику, получил разрешение, и это был первый официальный коммерческий контрастный препарат, который до сих пор используется в нашей клинической практике практически, так сказать, его частота его использования, она, наверное, может быть где-то на уровне, где-то на первых местах. Это известный всем Magnevis компании Bayer. Да? То есть прошло с тех пор уже сколько лет, но при этом этот препарат, он не изменился, он не, так сказать, не претерпел каких-то дополнительных усовершенствований и так далее, он продолжает использоваться. Но опять же, поскольку это не рекламный доклад, вы поймите правильно, ведь параллельно шла работа многими разработчиками, многими производителями, которые искали и тоже находили. И дальше, после 1988 года, в течение вот короткого достаточно времени, были зарегистрированы и внедрены в клиническую практику еще 7 различных гадолини, содержащих контрастных препаратов. На сегодняшний день фактически такая ситуация, что, ну, по большому счету, во всем мире существует 8 основных контрастных препаратов, которые используются в различных странах, в различных сочетаниях и частотой, но тем не менее. Одни и те же 8 препаратов. И что же нам делать дальше? То есть на самом деле вот разработка этих контрастных веществ, она ведь велась не просто так, правильно? То есть для чего-то же это делалось? Что-то мы хотели получить, какой-то результат. А результат, опять же, возможности улучшения, усовершенствования, уточнения той информации, которую мы получаем при непосредственном магнитно-резонансной томографии с использованием контрастных препаратов для улучшения визуализации, для получения изображений, которые позволят нам все-таки дифференцировать нормальную картину и патологические изменения. И вот дальнейшее. Процесс познания возможностей новых, скажем так, возможностей магнитно-резонансной томографии с использованием контрастных препаратов, которые должны, по идее, повлиять на тактику лечения, на алгоритм обследования пациента,
продолжаются до сих пор. И этот процесс, он бесконечный. Сегодняшние доклады и лекции, они показали, что ответов на все вопросы пока еще нет. Каждый следующий шаг, мы получаем ответ на один вопрос, но мы задаем себе следующий и так далее. И вот дальше как раз, встает перед нами вопрос, как же эти препараты использовать при МРТ, да? Поскольку их хоть и немного, казалось бы, их всего 8. Но дальше вопрос. Основных три вопроса всегда возникают какие? Значит, какие показания для применения контрастных веществ? Какими контрастными веществами пользоваться? И какой методикой, так сказать, вводить этот препарат? Как их анализировать, изображения полученные и так далее? Ну, я не стал расписывать и, скажем так, не буду сейчас анализировать показания использования контрастной магнитной томографии в онкологии, поскольку, ну, мне кажется, что этот вопрос не требует, так сказать, даже какого-то анализа, поскольку я думаю, что нет ни одной, скажем так, ни одного заболевания в онкологии, при котором бы в той или иной ситуации не требовалось бы или не было показаний для применения контрастных веществ. У нас сегодняшние доклады показали, практически во всех ситуациях, во всех случаях одним из обязательных элементов обследования пациента является применение контрастирования. Следующий вопрос – выбор препарата. Опять вопрос философский, поскольку все их 8 – но все они находятся в различных группах по тому или иному критерию. Например, все препараты контрастные в МРТ делятся по своей структуре молекулы на линейные и макроциклические. Это имеет значение, например, при оценке безопасности того или иного препарата для конкретных пациентов, входящих или не входящих в группы риска. Об этом чуть позже скажу. Второе. Все препараты, большинство препаратов по, скажем так, своей локализации в организме человека при введении делятся на внеклеточные, это практически все 8, но некоторые из них обладают дополнительными свойствами, позволяющими их считать тканеспецифическими, ну, именно относящимися к ткани печени. То есть гепатоспецифическими препаратами в той или иной степени считаются всего 2. Указанные здесь. Не буду вслух произносить название, на всякий случай. Дальше. Препараты отличаются по концентрации гадолиния. Все, кроме одного препарата, содержат 0,5 моля, полумолярная концентрация. И только один препарат – одномолярный. И, опять же, все препараты делятся на неионные и ионные. Ну, неионные и ионные термины известны всем. Этот термин многие, так сказать, годы использовался при анализе возможностей и безопасности рентгеноконтрастных препаратов. Но на сегодняшний день, в общем-то, вы, так сказать, те, кто интересуется, ну, так сказать, публикациями в иностранной литературе, те, кто ездит на различные конференции и конгрессы. В общем-то, уже, наверное, понимаете ситуацию, что, в общем, по рентгеноконтрастным препаратам, по большому счету, все дискуссии уже практически сошли на нет. То есть все вопросы по ним уже решены. И вот сейчас на первый план выступают вопросы безопасности контрастных препаратов МРТ. И вот на конгрессе в Вене, который был в этом году весной, были отдельные большие секции, на которых эти вопросы очень подробно обсуждались. То есть теперь те наши с вами тезисы и, скажем так, утверждения, которые мы всегда писали о том, что МРТ является абсолютно безопасным методом, они теперь в некоторых ситуациях ставятся под сомнение. Ну, сама магнитная томография имеет свои ограничения чисто физически, но контрастные вещества тоже оказываются не так безопасны, как мы привыкли их, в общем-то, рассматривать. Выбор методики исследования. Опять же, процесс творческий и процесс, так сказать, выбора методики зависит от конкретной клинической ситуации. Здесь никаких общепринятых стандартов и указаний, конечно же, быть не может. Существуют, конечно же, клинические рекомендации по
проведению исследований при тех или иных патологических изменениях. Но, тем не менее, что такое клинические рекомендации? Это собрались специалисты одной из профессиональных ассоциаций, подумали и решили все вместе, да, путем анализа различных научных данных, что в такой-то конкретной ситуации должна применяться именно такая методика контрастирования. Через год собрались заново, проанализировали новые научные данные, и вполне возможно, что на следующий год рекомендации могут измениться. Появится новая какая-то методика введения контрастного вещества, которая еще больше позволит улучшить качество визуализации. Поэтому здесь перечислены, в общем-то, наиболее часто использующиеся методики, которые мы в повседневной практике с вами используем. Тот вопрос, который я уже затронул, это безопасность магнитно-резонансных контрастных препаратов. В 2006 году, не так давно, появились первые сообщения о том, что, возможно, существует связь между применением парамагнитных контрастных веществ и развитием так называемого нефрогенного системного склероза. Состояние, патологическое состояние достаточно опасное, я бы сказал, даже во многих случаях смертельно для пациентов, входящих в группу риска, имеющих терминальную стадию почечной недостаточности. Поэтому на сегодняшний день, вот то, что я вам говорил, ведется очень большие многоцентровые исследования, анализирующие риск развития вот этого вот патологического состояния при использовании различных контрастных препаратов. Вот сейчас все препараты в том числе классифицируются не только по тем группам, которые я сказал, но и по риску развития системного нефрогенного склероза. То есть об этом нужно обязательно помнить, когда вы принимаете пациента на исследование, и вы должны не только при применении рентгеноконтрастных препаратов изучить его состояние, его почечной функции, уровень креатинина и так далее, но и при использовании магнитно-резонансных контрастов это тоже придется делать. И в будущем, скорее всего, это будет также внесено во все возможные клинические рекомендации и так далее. Путем снижения риска, да, развития вот этого состояния является использование макроциклических препаратов, к которым относятся три из имеющихся в нашем арсенале, снижение вводимой дозы контрастного вещества и так далее. Ну и, конечно, ну, желательно, чтобы препарат относился к группе неионных. Ну, таким препаратом на сегодняшний день, который и неионный, и макроциклический, и имеет высокую концентрацию гадолиния, то есть что позволяет в меньших дозах его вводить, пока что единственный препарат такой, это гадовист, тоже всем известно. Да? Поэтому как бы об этом говорят, об этом пишут, и об этом тоже нужно помнить. Конечно, то, что я сейчас все говорю, да, вот этот вопрос выбора препарата, он в конечном итоге всегда упирается в одну и ту же, так сказать, проблему у всех у нас. То, о чем сегодня говорили по поводу новых аппаратов фирмы Siemens, да, это же также, в общем-то, проблема, которая касается и контрастных препаратов. Это вопрос экономический, поскольку все-таки на самом деле их так мало не только потому, что, допустим, кому-то не хотят больше разрабатывать. На самом деле это очень дорогостоящее дело, да, придумать, разработать новую молекулу, включить в нее некий парамагнитный агент для того, чтобы можно было его использовать в дальнейшем. Такие работы ведутся, но тем не менее. Эти препараты достаточно дорогие, и поэтому вопрос выбора он всегда уткнется в вопрос, сколько стоит и какова будет, скажем так, сочетание эффективности и экономической эффективности и клинической эффективности. Ну и дальше моя задача существенно облегчена сегодняшними сообщениями. Я не буду подробно, конечно же, останавливаться на деталях использования контрастных веществ в различных областях. Буквально несколько пунктов, которые, ну скажем так, одни из первых области, это были одни из первых областей применения с самого начала использования контрастных препаратов. Ну, на первом месте, в общем-то, с этого начиналась и компьютерная томография, и магнитно-резонансная томография. Это исследование центральной нервной системы, при которой, в общем-то, цель любых контрастных методик
является целью, целями исследований с применением контрастирования являются оценка степени повреждения и вообще, в принципе, целостности гематоэнцефалического барьера, который нарушается при различных патологических состояниях, в частности, при новообразованиях. Дальше. Соответственно, выявление как таковых опухолей первичных или метастатических. Далее. Оценка перфузии выявленных новообразований. Разграничение непосредственно самого опухолевого узла и окружающего перифокального отека и в зависимости от проводимого лечения оценка его результатов. Во всех, для всех этих поставленных задач должно использоваться внутривенное контрастирование, соответственно, по соответствующим методикам и способам применения контрастных веществ. Следующая область, которая на сегодняшний день достаточно, скажем так, это область, в которой контрастирование искусственное применяется наиболее, наверное, широко. Это область, это исследование паренхиматозных органов и желудочно-кишечного тракта, и мочевыделительной системы и так далее. То есть, вот как здесь написано, да, в 1984 году, еще до официального внедрения первого парамагнитного контрастного препарата в клиническую практику, уже были сделаны первые исследования с применением контрастного вещества во время проведения клинических испытаний. И, соответственно, на сегодняшний день в исследовании брюшной полости используются и должны использоваться не только препараты, имеющие внеклеточную локализацию для оценки тех или иных изменений в паренхиматозных органов, но и поскольку уж разработчиками такие препараты разработаны, то обязательным условием является использование и тканеспецифических контрастных веществ, которые позволяют нам проводить дифференциальную диагностику, в первую очередь доброкачественных и злокачественных патологических процессов в печени, в частности. Исследования с применением контрастирования при новообразованиях молочной железы. Сегодня об этом подробно говорилось. И на сегодняшний день не вызывает сомнений, что обязательным условием обследования молочной железы является использование динамического контрастирования при МРТ. И вообще, если посмотреть, опять же, существующую литературу, и если вы зайдете на сайт Европейской ассоциации радиологов, который предоставляет онлайн-доступ к лекциям, которые читались на Европейском конгрессе радиологов. Доступ там сейчас при регистрации открыт для всех. И вы наберете в поиске, что вы хотите посмотреть контраст, значит, МРТ с контрастным усилением, вы увидите, что подавляющее большинство лекций посвящены были динамическому контрастному усилению. То есть на сегодняшний день это методика, которая используется и должна использоваться и включена в большинство клинических рекомендаций по применению МРТ в онкологической практике. О применении контрастирования при МРТ в случае новообразования предстательной железы также было подробно сказано. В общем, можно продолжать этот список очень долго. Как вы понимаете, какую область не возьми, какой орган не возьми, везде без применения контрастирования не может быть полноценного обследования и не может быть полноценного результата. Не только внутренние органы, не только органы, скажем так, входящие в область грудной, брюшной полости малого таза, но и конечности, опухоли мягких тканей, опухоли костей и так далее. Во всех случаях контрастирование должно применяться. Ну и какие перспективы, собственно, на сегодняшний день существуют, какие разработки новые ведутся. По технической составляющей аппаратуры, сканирования и так далее, сегодня было сказано очень много. И, в общем-то, создается местами впечатление, что, по большому счету, может быть, скоро настолько, скажем так, технический прогресс уйдет вперед, что и контрастные методики уже не будут, скажем так, в таком объеме, в таком количестве требоваться. Но, тем не менее, продолжаются разработки новых препаратов. В частности,
на основе суперпарамагнитных частиц оксида железа. Сейчас такие препараты есть, даже, по-моему, есть уже коммерческий препарат на основе железа, который используется для визуализации активности макрофагов в лимфатических узлах, то есть диагностика пораженных лимфатических узлов. Дальше. Перспективным направлением является разработка контрастных препаратов на основе моноклональных антител, которыми будет возможно маркировать злокачественные опухоли и в дальнейшем проводить точную навигацию для, допустим, вот, биопсии этих пораженных участков и так далее. Дальше. Существующие методики введения контрастных веществ и анализа данных, в частности, магнитно-резонансные перфузионные исследования, существуют разработки, которые позволят прогнозировать ответ опухолевой ткани на лечение на основе оценки особенностей перфузии тех или иных опухолей человека. Спасибо за внимание. Спасибо большое, Вячеслав Станиславович. Такой с философской базой доклад. Очень интересный посыл, информация. Есть ли вопросы? Нет вопросов. Вячеслав Станиславович, в какую из перспектив вы сами верите? Перспектив вот, вот этих, да? Да. Ну, хотелось бы верить, конечно, в то, чтобы… Ну, здесь давайте такой чисто прагматический подход, да? Чем меньше мы в человека льем чужеродных веществ, тем лучше и для человека, и для его, так сказать, дальнейшей жизни и здоровья. Поэтому, конечно, хотелось бы, чтобы в перспективе нам не требовалось ничего дополнительно пациенту вводить никуда. Но для этого, конечно, нужны новые, так сказать, технологии производителей аппаратуры для того, чтобы избежать… Я думал, вы верите в хиромантию. Нет, хиромантия – это наука вторая по точности. Точнее, это первая по точности, вторая после нее – это медицина. Ничего поэтому не вводить, никого не сканировать, а диагноз, да, будет. Ладно, хорошо. Скажите, пожалуйста, а вот все-таки вы литературу изучали и как бы проникли в проблему. Ну а вот что делается для того, чтобы вот этот системный нефросклероз избежать? Избежать проблема системного вот этого склероза заключается в том, что как раз причина-то его, собственно, это нестабильность молекулы. Гадолиний, сам атом гадолиния, вот ион, он на самом деле очень токсичный, это очень токсичное вещество. И, собственно, его токсичность, его воздействие именно своей токсичностью вызывает вот это ускорение, что ли, ну как получается, если ведь в группе риска пациенты в основном с запущенными стадиями почечной недостаточности. То есть этот токсический агент, он просто ускоряет вот гибель тканей, и, соответственно, в общем, эти пациенты в основном идут именно в группе риска. То есть если, я, по крайней мере, не встречал в литературе, я еще смотрел долго, потому что нигде нет указаний, что вот риск у здоровых людей высокий именно нефрогенного. Везде пишут только одно, что это пациенты с терминальной стадией почечной недостаточности. Другие аллергии, другие побочные реакции существуют, конечно же, да, Владимир Максимович, потому что, опять же, ионы, неионы препараты, у них свои, ну, так как и у рентгеноконтрастных препаратов, да, есть побочные реакции такого общего действия, ну, как характерны, в принципе, для любого лекарства, да, тошнота, там, какие-то онемения, не знаю, и так далее. Есть реакции анафилактического плана, есть, существуют. Для разных препаратов, ну, вы понимаете, что научные исследования, которые идут в это направление, они все равно, в общем-то, притянуты к конкретному производителю. Поэтому я что-то их и не приводил особенно, но тем не менее, для всех препаратов характерны общие аллергические реакции в той или иной процентном соотношении. Для всех препаратов характерны какие-то реакции чисто, ну, такого, значит, характера, может быть, даже в большей степени психологического, да. Но вот именно вот этот системный нефрогенный склероз, он вот такая вот особняком стоит, и его внимательно сейчас начали изучать. До конца еще непонятно, в общем-то, что с ним делать и как к нему относиться. Но тем не менее, это сейчас на первом плане. Спасибо. Есть еще вопросы? Нет. У меня вопросов нет, Вячеслав Станиславович. У меня единственное добавление, вот вашу пирамиду чудесно. Верхний можно добавить вашу пирамиду, верхний. Давайте. Еще кубик. Да? Ну, такой.
Рубика. Позволяет ли... Вы будете соавтором, да. Да. Я не претендую, но, да. Но тем не менее, если развивать философию, то позволяет ли этот метод достичь главной цели человечества? Получить бессмертие. Счастье, да. Я вспомнил знаменитые слова Ильфа Петрова о изобретении радио. Вот они сказали, что вот не было счастья, и все надеялись, что вот радио, когда изобретут, счастье придет. А уже радио давно изобрели, а счастья все как не было, так и нет. Да, ну поэтому... Не, ну вообще-то, когда больной избавился от своего недуга, это уже счастье тоже. Он счастлив. Правда? Да. Спасибо большое, Вячеслав Станиславович. Ну, мы переходим к прениям. Сейчас у нас сэкономленное время пошло. Спасибо докладчикам. И у нас есть некоторое время для того, чтобы обсудить услышанное, поделиться своими впечатлениями, может быть, поделиться своим собственным опытом, у кого есть, у кого наболело что-то. Никто не хочет, все уже давно поделились. Ну, да? Видите, как ну, это давайте. Вроде как не научная, а школа. А в школе что от школы требуется? Впитали знания, да? И потом... И молча ушли, да? Да, и применяем их на практике, да. Может быть, все равно в школе вопросы возникают. И нужно пользоваться тем случаем, когда нам удалось выдернуть из рутинной клинической практики таких действительно опытных докторов и опытных педагогов, которые могут что-то пояснить, рассказать и немножко поподробнее на каких-то там на какой-то информации остановиться, на каких-то вопросах. Нет, ну тогда, Владимир Максимович, я думаю, что мы сейчас подведем итоги второй Давайте части. Давайте подводите. Вы не хотите? Нет, вы первый. Хорошо. Тренируйтесь. Да, будем тренироваться, как учили. Ну что, мы во второй части услышали действительно, как Владимир Максимович предвкушал, очень интересные сообщения, не менее интересные, чем первой части. Про рак прямой кишки следует сказать, что да, действительно, на сегодняшний момент времени магнитно-резонансная томография, как мы того и не хотели, лучевые диагносты, они едины, и они не призывают к конкуренции различных методов диагностики, чтобы один метод вытеснял другой метод. Но в некоторых направлениях все-таки доминирование какого-то из методов диагностики, оно определяется и сформировалось, и его сейчас трудно. Трудно будет, конечно, изменить этот подход. И к такой патологии следует отнести рак прямой кишки. На сегодняшний момент все мировые практически лидеры в использовании и, там, лучевой диагностики и в использовании лечебных технологий в лечении рака прямой кишки, они едины во мнении, что пациент с подозрением на рак прямой кишки должен быть обследован с помощью магнитно-резонансной томографии. Вот по тем стандартам, по тем технологиям, которые Михаил Владимирович нам вот здесь вкратце, там есть нюансы другие, которые, может быть, он не успел рассказать, но вот вкратце он достаточно так информативно попытался нам донести. В отношении использования магнитно-резонансной томографии в онкогинекологической практике, конечно, да, за 20 минут задача была серьезная. За 20 минут рассказать о принципиально разных опухолевых процессах, которые существуют в половой сфере, в органах половой сферы женщины, достаточно сложно. Да, но тем не менее, мы поняли, что магнитно-резонансная томография прочно тоже заняла свое место, и в определенных локализациях без магнитно-резонансной томографии иногда трудно обойтись. Поэтому, конечно же, совершенствование этих протоколов сканирования и четкое определение места в процессе диагностики и сопровождения лечения пациентов с той или иной патологией еще
еще продолжается, но тем не менее следует сказать, что магнитно-резонансная томография в этом поле, она оттуда не будет, ну, если не появится какой-то там метод, который принесет счастье, наверное, не будет исключена в ближайшем будущем. В отношении нейроонкологии Татьяна Николаевна замечательную лекцию прочитала, и, конечно же, она зашла не только, осталась в поле нейроонкологии, она еще и глубокий пласт подняла дифференциальной диагностики нейроонкологических заболеваний. Это действительно серьезная информация, которая была, ну, как песня лилась, и нам трудно было. Я тоже за временем не уследил, к сожалению, может быть, к счастью, и Татьяна Николаевна могла бы много-много рассказать, но тем не менее следует сказать, что, конечно же, магнитно-резонансная томография, как мы понимаем и как мы помним из истории, начиналась магнитно-резонансная томография с визуализации нервной системы, и сейчас она продолжает развиваться, технологии продолжают развиваться, визуализации нервной системы. И сейчас на первый план выходят нейрофункциональные исследования, которые позволяют точно локализовать функциональные центры, которые ограничивают или наоборот развязывают руки для нейрохирургов, руки для лучевых терапевтов, для воздействия на головной мозг и так далее. В отношении технологии сбора информации от всего тела, действительно взрывной такой характер имела информация о том, что магнитно-резонансная томография может в какой-то степени получить информацию от всего тела и может соперничать или конкурировать с информацией, от получаемой при радионуклидных способах визуализации у пациентов с распространенными формами, метастатическими формами поражения организма при различных злокачественных новообразованиях. И это действительно имеет место, но не так все было хорошо, как надеялись. Да, есть ограничения для использования этих технологий. Этот инструмент работает только в определенных ситуациях, и мы должны знать какие-то ситуации, и тогда мы получим действительно верную информацию для того, чтобы использовать ее в клинической практике. В технологиях аппаратного развития мы поняли, что действительно мы разбирали те достижения, которые на сегодняшний момент используются нами, ежедневным, хотелось бы верить, что ежедневной практике нашей используется это, но тем не менее мы поняли, что мы не все еще используем, у нас есть куча инструментов, которые ждут нас, которые мы надеемся, что фирмы-производители все-таки идут навстречу пользователям, да, и они доводят, во-первых, первый шаг – это доведение той информации, что есть такой способ улучшить качество получаемых изображений, соответственно, улучшить те данные, которые мы передаем врачам, принимающим решение о назначении или изменении лечения. И эти инструменты уже мы информированы, и мы эти инструменты уже должны каким-то образом получить в своем распоряжении или в тестовом режиме. Это некоторые инструменты можно протестировать, работают ли они в нашей клинике, работают ли они на наших пациентах вот с определенными стадиями заболевания, с определенными видами заболеваний и так далее. И тогда уже оценить вообще, нужно ли нам этот инструмент или нет, и уже искать решение, договариваться с фирмами о том, чтобы этот инструмент у нас появился в нашем арсенале. В отношении контрастирования, да, действительно, как бы мы не хотели отказаться от контрастирования, и я согласен с Вячеславом Станиславовичем, что идеальный, конечно, способ диагностики – это земский врач.
когда он ставил диагноз входящему в его кабинет, и все. И это, конечно, к этому мы можем стремиться, но, к сожалению, современное развитие медицины, оно предполагает технологическое получение и доказанность той информации, которая у нас получается. Хорошо иметь несколько земских врачей такого уровня, но все-таки эти земские врачи, они не смогут в том режиме работать, в котором может работать эта техника, и не смогут столько сделать, сколько сделает хорошая техника, поставить или получить, доказать о присутствии или отсутствии заболевания у того или иного, у тех или иных пациентов. Поэтому, конечно, современная медицина идет по пути технического развития, технического прогресса, и современная медицина идет по пути улучшения условий для работы врача-диагноста. И контрастные препараты, контрастные технологии в различных их воплощениях, будь то обычное контрастирование, которое сейчас, ну, к счастью, сокращается, и мы все приходим к тому, что действительно недостаточно нам информации о том, вообще накопила эта ткань или не накопила. Нам нужна информация, как накопила эта ткань, в какие сроки, как она освободилась от контрастного препарата, а еще больше, какая проницаемость сосудистой стенки, как вымывается этот контрастный препарат, какие объемные характеристики кровоснабжения этой ткани и так далее. Это все количественная оценка, это все развитие и детализация характеристики, количественной характеристики той ткани, которую мы там дифференцируем между злокачественными, незлокачественными, степенью злокачественности, изменения злокачественности в процессе лечения и так далее. Это очень важная информация. И, конечно же, без контрастных препаратов, без использования контрастных препаратов на сегодняшний момент современная лучевая диагностика, ну, мало представляется такой эффективной. Но в заключение хочу поблагодарить всех выступавших, и в первой части, и во второй части были очень интересные доклады. Мне действительно было интересно, и я действительно не скрываю, что я даже присутствуя на этом месте, я учусь, я что-то новое узнаю. Мне очень приятно, что многие из выступавших я давно знаю, и действительно мне очень приятно пользоваться своим служебным положением, да, и вызвать их здесь пообщаться и предоставить эту возможность вам. Спасибо всем, кто нашел возможность присутствовать здесь в качестве слушателей. Спасибо всем, кто проявлял какую-то активность, задавал вопросы, обсуждал. Я благодарю нашу техническую поддержку, которая обеспечивала трансляцию в онлайн-режиме. Я думаю, что эта возможность в записи посмотреть нашу конференцию будет и в офлайн-режиме, так сказать, да, и вспомнить те сведения, которые были здесь изложены. Я благодарю Владимира Максимовича, что он нашел возможность присутствовать здесь, поддержал нашу конференцию, Татьяну Николаевну Трофимову. Ну, видите, она все-таки человек достаточно занятой, у нее очередное совещание, она вынуждена была нас покинуть, и всем передает, уходя, сказала всем передать привет, всем наилучшие пожелания в их нелегком труде. Надеюсь, что эта конференция хоть чуть-чуть сделала его легче. Владимир Максимович. Да, я тоже хочу пару слов сказать. Ну, прежде всего, я хочу поблагодарить Андрей Владимирович вас и в вашем лице институт за то, что вот проводится такая нужная и важная работа по повышению знаний рентгенологов, врачей и обучающихся. И мне очень жаль, что вот тех людей, которые вот не дождались до конца, которые ушли. Потому что, ну вот вы видите, говорите, что вы узнали новое, да? Я думаю, все, которые здесь присутствуют, тоже узнали много нового. Где-то удивлялись даже, да? Вот. И это очень хорошее вообще качество, когда люди еще удивляются. Они смотрят равнодушно на то, что происходит вокруг них.
Но вот мне этих людей, которые не досидели здесь до конца, мне их жалко, потому что это, ну вот, пробел будет в их знаниях, потому что вот здесь блестящая возможность вот буквально за один день узнать столько много нового, разнообразного, что потом уже, ну, чтобы отдельно это все изучить, нужно копаться в книгах, читать, смотреть где-то. А ведь, знаете, нужно рентгенологу быть человеком, ну, вот, широким кругозором. Нельзя замкнуться, скажем, но если я не занимаюсь там головным мозгом, значит, мне как бы это и не надо. Не занимаюсь там брюшной полостью, тоже вроде как не надо. Нет, все надо. И это как раз формирует вот такой кругозор, который никаким другим способом сформировать нельзя. И позволяет человеку ориентироваться, ну, в широком круге вопросов. У нас же, смотрите, лучевая диагностика, которая началась с традиционной рентгенологии и прошла столько лет в своем развитии и достигла сегодня вот такой магниторезонансной томографии с такими блестящими возможностями, о которых здесь говорили, вот, из фирмы Siemens. Но я очень рад, что сегодня мы находимся вот в этом зале института. И пускай институт и пока что еще не 200 лет, но в нем тоже очень большая история. И вот эти профессора, которые здесь находятся на этих стенах, вместе с нами были свидетелями демонстрации вот этих знаний, о которых сегодня шла речь. Эти стены, ну, как, знаете, в церковь приходят, говорят, там намолены стены. А эти стены тоже много видели. Многие диссертации, очень много знаний, много слов прозвучало в этом зале. И вот эти профессора, которые здесь присутствуют, портреты которых мы здесь с вами видим, они вот, являясь свидетелями того, о чем мы с вами говорим, они, конечно, в свое время не имели таких возможностей блестящих. Ну, конечно, каждое время хорошо то, в котором мы живем. И в их время тоже были достижения и были всплески науки, развития и техники, и знаний. Но я думаю, что если бы они могли спуститься с стен и присутствовать с нами, то, конечно, они бы тоже были удивлены и, наверное, порадовались бы за то развитие науки, которое мы, свидетелями которым являемся мы с вами. Еще раз хочу сказать слова благодарности институту и то, что нас пустили теперь уже в этот большой зал, который, в общем-то, в котором и стены тоже, в общем-то, многому учат. Спасибо вам за то, что вы остались до конца. И до новых встреч. Спасибо.